самолет. Вон мне самолет. Раз. Два. О, семейство. Давайте как ракеты. Гарику ракету у меня. Ракету, Гарику ракету как мне. Давайте. В смысле, бросать? По очереди бросать. Так, ну давай. Теперь тебя. Скалолаз прям. Смотри, смотри, как я еще умею. И все, всю дорожку муравейную растоптал. Посмотри, тут же ты сам глазами не видел, тут дорожка муравейная. Покажи. Не, иди не по этой дороге. Гарик, иди. Гарик, я сказала, не по этой дороге. Видишь, тут муравейная дорога. Иди по той дороге. И вот муравьиная дорога. Значит, уходи. Ну, а я раз... здесь люблю ходить. Гарик, а если ты будешь тут ходить, ты их убьешь. Ты их как убьешь. Тебе сказать? Не точно. Как тебе именно вот тут надо... Поклон! Ваше величество! Счастья, мира, радости желаю. Не гуси, не огорчаться, будь веселым, улыбаться. Для доста еще пожить и всегда здоровым быть. Ой. Вот это морские ежи. Так. Это рыбки. Спасибо, любимый. У меня папуля самый лучший, поверь тебе, правду говорю. Ты для меня как солнце, теплый лучик. Я тебе свою любовь дарю. Я дочка, поздравляю с днем рождения. Желаю без болезни долго жить. И каждому час, и каждому жизни дрожить. Спасибо. Ой, что это такая красота? Подушечка такая. Я сама ее делала. Сама сделала подушку? На ней будет слышно. Почему? Так что тот еще не готов. Мне тут подождать, да? Да. Папа, иди! Пойдем? Ну, пойдем. Как скажешь. Задувай. Задувай. Днем рождения! Ура! Папа, ты ждал этого время? Какого? Когда твой день рождения наступит. Да. Сильно? Да. Пап, у Гарика что-то... Сломался телефон. Серьезно? Да, ему надо. Папочка, у меня сломался телефон. Какие наши действия? Никакие. И у меня, пап, сломался телефон. В Москве у вас. Потому что новенькие телефоны вам подарили. Вы забыли? Так что на день рождения у вас